Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Тайна НЛО, и сегодня я вам раскрою самую большую тайну, а именно то, что вы, дорогие друзья, никогда не видели. Множество людей видят в небе самые нелепые и самые страшные явления. То же самое НЛО, кто-то призраков, а кто-то видит совсем другое. Пожалуйста, досмотрите этот сюжет до конца. Оставьте комментарии, поделитесь роликом с друзьями, с близкими и самое главное, не забудьте поставить, дорогие друзья, колокольчик. Да, еще забыл. Подписывайтесь на мои социальные сети, Контакт, Одноклассники, Facebook, Twitter. Да, еще мы уже есть и в ТикТоке, дорогие друзья. Ну а что, пришлось вам все рассказать. Что на самом деле снял этот очевидец? Посмотрите внимательно. НАСА заявляла то, что рядом с Россией, можно сказать, на границе или не на границе, появился неопознанный летающий объект. Этот объект был огромного типа. Посмотрите внимательно. Он крутился по часовой стрелке. Но что на самом деле могло быть? Не знаю. Этот НЛО корабль просто-напросто исчез потом, как в тумане. Но здесь, дорогие друзья, множество есть нелепых ошибок. Этот очевидец в первый раз в жизни видел так рядом НЛО корабль. На самом деле этот корабль был около 2-3 километров от земли. После этого ВВС, можно сказать, России, или как их называют, космические войска, были замечены 3 истребителя МиГ-29. Они подлетали, кружились рядом с этим объектом. Но что происходило дальше, никто не знает. В Беларуси был найден огромный НЛО корабль, тот же, который был сделан в России. Все удивительное и необычное. Посмотрите внимательно, этот объект, который мы видели в первом сюжете, был направлен потом в Белоруссию. Он улетел или просто-напросто скрылся туда. Но на самом деле, я не понимаю, дорогие друзья, что происходит. Все это, конечно, закрытый доступ, но почему люди от страха пытаются заснять самые страшные и нелепые моменты своей жизни, я не представляю. Но это, дорогие друзья, все остается загадкой, потому что этот НЛО корабль просто-напросто потом исчез. Но не знает никто, кроме одной компании НАСА. Они заявляют, знают, куда этот объект делся. И вы не поверите, этот объект залетел в сторону Италии и ушел под воду. Но это, дорогие друзья, закрытый доступ. Thank you.
А этот, дорогие друзья, видеосюжет был сделан очевидцами во Франции. Посмотрите внимательно. Местные жители были шокированы, увидев, что этот огромный НЛО-корабль прям даже больше гор оказался. Но на самом деле, не пугайтесь, этот корабль не такой простой, как вы думаете, а именно не пугайтесь, никогда не находитесь таким рядом с кораблем. Этот корабль военного происхождения. Если люди раньше думали, что НЛО это как розыгрыш чей-то, то сейчас НЛО как агрессор. Но посмотрите его центр, дорогие друзья. Этот центр именно для того, чтобы туда влетали другие космические корабли. Были множество сделаны заявления людей, что видели, как в этот корабль залетал огромный другой НЛО пришельский корабль. Но после этого этот неопознанный летающий объект просто-напросто уж летел в космос или еще куда-то. Это закрытый также доступ, который мы знаем мало про него. Если вам понравился, дорогие друзья, этот сюжет, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал или оставляйте комментарии.